Всем привет! В этом видео я вас научу, как определить буквально за одну секунду вот такого плана 10 копеек монету Украины и стоимостью, вы только вдумайтесь, 2000 гривен. Вы только представьте на секунду, вот такие 10 копеек и 2000 гривен они стоят. Это реальность. Итак, во-первых, это 10 копеек 2001 года. Поэтому рекомендую пересмотреть все ваши копилки, возможно, вам попадется каким-то чудным образом. И я готов у вас ее купить за 2000 гривен. Сейчас вы увидите скрин в состоянии UNC. Если из обихода, то ценник будет меньше. Вот такие 10 копеек вам могут принести 2000 гривен. Поэтому, друзья, кто ищет, тот находит. Из киосков нужно договариваться с кассирами и перебирать определенные суммы денег. И дай бог она вам попадется. На моем канале выйдет еще очень много роликов по монетам. Поэтому обязательно придерживайтесь видеоинструкции, которая в самом начале этого видео. Нажать на подписку, на колокольчик и затем на самый верхний колокольчик нажать. Потому что информации, поверьте мне, еще вагон и маленькая тележка. Тот, кто будет наблюдать за моим каналом, со временем станет антикваром, моим конкурентом. Это я вам гарантирую. Лайк, подписка, комментарий. Бьем в колокол и до новых встреч!